На заседании актива города Караганды обсудили послание президента. Реализацию нового политического курса развития страны «Казахстан-2050» рассмотрели по основным аспектам документа. Что планируют делать карагандинцы для выполнения задач, поставленных в послании народу лидерам нации? Об этом подробнее в следующем материале. Экономическая политика нового курса заключается в том, чтобы сделать Казахстан равноправным партнером на мировой арене. Карагандинские предприятия активно развиваются, внося свою лепту в развитие экономики шахтерской столицы. Все это благодаря поддержке государства. В 2015 году на новых индустриальных объектах планируется произвести продукцию на сумму порядка 30 миллиардов тенге. Это только начало развития промышленного потенциала нашего города. Необходимо отметить мультипликативный эффект от реализации программы КПФИР. Запущенные в прошлом году 15 предприятий обеспечили поступление налогов в местный бюджет уже в этом году порядка 200 миллионов тенге. Глава города также отметил, что взаимодействовать с дорожной картой бизнеса и модернизацией ЖКХ будет программа занятости. В следующем году на ее реализацию выделят более 90 миллионов тенге. На эти средства будут созданы социальные рабочие места и организована молодежная практика. При этом особый акцент будет сделан на рабочие и строительные профессии. Следующий год будет годом дорог, так сказал аким города. В 2013-м на содержание и ремонт дорог выделено более 4 миллиардов тенге. Это в 3 раза больше, чем в этом году. При этом в следующем году ремонтом планируем охватить те дороги, где продолжительное время не проводились ремонтные работы. В целом мы охватим ремонтом более 800 тысяч квадратных метров дорог и снизим почти на треть количество дорог, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Также планируется начать капитальный ремонт ливневых канализационных канализаций. Глава государства поручил сохранять и улучшать показатели здоровья населения. Тому, как известно, способствует ведение здорового образа жизни. Сегодня в Караганде систематически занимаются физической культурой и спортом 25% граждан. В следующем году начнется строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, в том числе и в Октябрьском районе, где в данный момент у молодежи нет возможности заниматься спортом. Расширить сеть дворовых клубов, строительство простейших спортивных площадок, начать строительство физкультурно-оздоровительных комплексов. Продолжить реализацию проекта «Инструктор по здоровому образу жизни». До 2020 года 100% детей должны быть охвачены дошкольным образованием. Для решения этого вопроса реализуется программа «Балапан». Уже к 2015 году проблема обеспечения карагандинских малышей дошкольным образованием будет полностью снята, говорит аким города Мирам Смагулов. Молодежь – опора государства и его будущее. В своем послании Нурсултан Назарбаев отметил, что двигателем нового курса должно стать молодое поколение. В этой связи отдел занятости социальных программ совместно с акимом районом на регулярной основе обеспечить проведение ярмарок свободных рабочих мест. Всесторонне содействовать трудоустройству молодежи в рамках программы «Жас-Лель» студенческих строительных отрядов. Необходимо активизировать работу, разъяснять молодежи, что только добросовестный труд является залогом достижения благополучия всех социальных ценностей. Мирам Смагулов дал поручение всем ответственным учреждениям по реализации каждого направления послания президента страны народу Казахстана. Стратегия «Казахстан-2050». Новый политический курс состоявшегося государства. Ирина Камышова, Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.